Они сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником «Распресс» не будет восстановлена. Здравствуйте. Я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Начинается блокировка.
Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блоки. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины. Для такого риска.
они — сама ярость. Жестокие, бесстрашные, неудержимые, беспощадные. Но ты... ты будешь еще хуже. Рви их в клочья, пока не уничтожишь всех. Мы обязаны его сдержать. Определить причину демонического вторжения невозможно, пока связь со спутником Распресс не будет восстановлена. Здравствуйте, я доктор Сэмюэл Хайден, глава этого комплекса. Я думаю, мы сможем работать вместе и решить эту проблему к обоюдной выгоде. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка.
ликвидирован. Блокировка снята. Нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска. Yeah.